Все ближе 30 число и все меньше времени остается до старта проекта «От первого лица». Симферопольцы уже знают, что смогут напрямую пообщаться с исполняющим обязанности главы республики Сергеем Аксеновым и заранее готовятся к диалогу. Какие вопросы больше всего волнуют жителей крымской столицы, выясняли наши журналисты. Парк Тренева. Именно отсюда каждый желающий сможет обратиться к главе крымского правительства со своей актуальной проблемой. К примеру, Виктора, коренного симферопольца, волнует состояние дорог в городе. Улица Сергея Высенского, там я чуть-чуть выше живу. Как была она богом заброшена по сегодняшний день, я думаю, что этот вопрос насущный. И не только что касается этой улицы, а вообще всего города. Айрие долгое время проживает в микрорайоне Хошкельды. И уже несколько лет ей и соседям обещают провести газ. Мы обещали, работы начали вести и приостановили на какое-то время. Непонятно, на какой и вообще будет ли до конца года проведен газ. Приостановили работы, говорят, нет финансирования. Так нам отвечают. Есть люди, которых интересуют вопросы в сфере законодательства. Работа Ольги, к примеру, связана с регистрацией права собственности. И мне хотелось бы услышать вот четкий ответ, когда будет у нас в Крыму происходить регистрация права собственности. Переход права собственности, регистрация права собственности. В общем, вопросов Сергею Аксенову симферопольцы зададут немало и на самые разные темы. Напомним, прямую трансляцию программы «От первого лица» вы сможете посмотреть 30 июля в 19:30 в эфире Первого Крымского. Эдуард Здоров, Всеволод Матросов, Время новостей.